Привет, я Денис Жутаев, это Just Coffee. Сегодня будем делать краткий обзор на электрический чайник Brewista Artisan Smart. Эта компания основана в 2015 году в Америке. На сегодняшний день это одна из самых перспективных кофейных компаний. Она ценится за свою надежность, инновации и удобство в эксплуатации. Перейдем к более подробному обзору чайника. Имеет изогнутый носик, что дает больше контроля при заваривании кофе. Он идет в трех расцветках, у нас белый, есть черный и стальной. Имеет эргономичную ручку, удобно держать при любом весе чайника. Также есть дисплей, дисплей лежит кристаллический, имеет сенсорную панель управления. Давайте рассмотрим технические характеристики. Диапазон регулировки температуры от 60 до 100 градусов Цельсия с шагом в 1 градус. Объем чайника 900 мл, мощность 1200 Вт. Встроенный таймер, контроль температуры в реальном времени. Материал нержавеющий сталь, пластик. Ручка из обработанной смолы для предотвращения ожогов. Выбор шкалы измерения в Фаренгейтах и Цельсия. Автоматическое отключение. Поддержание температуры 60 минут. Производитель Brewista США. Производство Китай. На сенсорной панели расположены кнопки включение, кипячение, таймер, подогрев, автоподогрев, температура и кнопки плюса и минуса. Давайте рассмотрим более подробно программирование кнопок. Первая кнопка – функция кипячения. Чайник будет подогреваться до 100 градусов. Вторая кнопка – это таймер. Отсчет уже пошел. Чтобы ее запрограммировать, нужно зажать будет ее. И у нас появится обратный отсчет. Здесь стоит 30 секунд. Третья кнопка – это автоподогрев. Он будет подогревать до выставленной температуры. Здесь 98 градусов. Четвертая кнопка – это автоподогрев. Чтобы ее запрограммировать, нужно нажать и удержать с основной панели. Здесь появятся градусы, мы их программируем. И потом время, через которое у нас чайник начнет сам подогревать воду до заданной температуры. Четвертая кнопка – это температура, который можно выставить, чтобы потом автоподогревать. 93-98 градусов до 100. Это был краткий обзор электрического чайника Brewista Artisan Smart. Я Денис Житаев, Just Coffee. Проходите по ссылочке в описании к нам на сайт, заказывайте. Всем пока!